Началось с того, что на трибуну вышел Олег Лешко и потребовал, так сказать, обратить внимание на другого депутата Сергея Дунаева от оппозиционного блока. Негодование Лешко вызвал тот факт, что Дунаев на митинге 9 мая назвал бойцов ополчения ДНР и ЛНР героями, в то время как украинская власть упорно использует выражение «террористы». В зале началось оживление, переросшее в склоку. Вернуть депутатов на рабочие места удалось не сразу. Следующие докладчики говорили буквально в пустоту. В итоге Дунаев ответил с местом, предложив Лешко выражать свою гражданскую позицию поближе к местам боевых действий, а не заниматься самопиаром в Раде. Обстановку это выступление тем более...